Многие встроенные типы являются типами-перечислениями. То есть их значения определены как будто бы через запятую суммированием. Например, тип bool содержит значение true, false. Мы можем сказать, что, точнее говоря, наоборот, false, true. Мы можем сказать, что true больше false, и мы можем двигаться по типу, увеличивая некоторое значение элемента этого типа или уменьшая его. Еще проще сказать, например, про тип integer, или про тип int, или про тип char. Мы всегда можем сказать, какой из них раньше какого. Мы знаем, что на них есть некоторый естественный порядок, и мы можем двигаться по этому порядку. Существует интерфейс enum, который обеспечивает это движение. Он содержит две функции: successor, sac, и predecessor, pred. Давайте посмотрим, как эти функции работают и как соответствующий интерфейс определен. Вот перед нами определение класса типов enum, которое чуть меньше, чем стандартное определение, но в стандартном определении в стандартной библиотеке в enum есть просто еще некоторый набор функций, которые мы сейчас разбирать не будем. Класс типов enum определяет две функции sac и pred, функции движения по перечислительному типу, которые имеют естественную сигнатуру. Мы берем значение и сдвигаемся на следующее значение, оставляясь в том же типе. Все перечисления, на самом деле, им может быть сопоставлен некоторый номер. За это отвечают две другие функции, toEnum и fromEnum. Они умеют преобразовывать значение типа int в значение типа enum, и наоборот, из значения типа enum брать значение типа int. Таким образом, эти функции сдают некоторую естественную внутреннюю нумерацию для нашего класса, нашего типа, который является представителем класса типов enum. Давайте посмотрим на примеры. Первый пример очень простой. Берем sac от 4, получаем, естественно, 5. Если я возьму pred от 4, я получу, естественно, значение 3. То есть это совершенно естественное поведение. Это базовый интерфейс, позволяющий нам в некотором смысле итерироваться по типу. Но давайте теперь посмотрим на строковой тип. Он тоже является представителем класса типов enum. Это все реализовано в стандартной библиотеке. Все соответствующие объявления представителей pred. Давайте лучше возьмем z, чтобы было интереснее. Предыдущий для z y, а какой последующий для z? Это фигурная скобка, то есть ясно, что там есть непрерывность. Туда входят не только символы алфавит, но и остальные печатаемые символы. Давайте мы теперь посмотрим, как работает fromEnum и toEnum. fromEnum должно вернуть нам номер, фактически ASCII-код для нашего символа fromEnum z. Мы видим, что этот символ имеет 122 номер. Если мы вызовем toEnum для 122 номера, мы получим сообщение об ошибке, потому что у нас непонятно, про какой тип идет речь. Хорошо, давайте мы скажем, что мы, как всегда, функция полиморфная по возвращаемому значению. Мы хотим типизировать, сказать, что мы хотим получить тип int. Теперь мы получаем правильное значение функции полиморфные по возвращаемому значению, но полиморфизм которых содержится только в возвращаемом значении, обычно требует разрешения этого полиморфизма при вызове. Функция с таким прототипом может быть объявлена, но при вызове мы всегда должны уточнять, что мы имеем в виду. Перейдем теперь к следующему классу типов, который носит название bounded. Для чего этот класс тип служит? Он служит для того, чтобы указывать верхнюю и нижнюю границу. Действительно, давайте мы возьмем функцию sac и применим ее к значению false. Значение false меньше, чем true, мы получим true. А вот если мы функцию sac применим к значению true, то мы увидим, что true самое большое значение этого типа, и мы получим сообщение об ошибке. То есть функция sac и pred не определена, соответственно, на самом большом и самом маленьком значении.
И вот класс типов bounded как раз для типов перечислений, ну, возможно, и для других типов, они независимы друг от друга, но обычно они выступают в паре. Класс типов bounded возвращает нам соответствующее значение. Ну, например, если мы спросим, какой min bound у нас у типа bool, мы, естественно, получим false, а max bound, естественно, получим значение true. Ну, интереснее, конечно, другие типы. Давайте возьмем min bound для int. Здесь у нас значения будут разные. Вот мы видим, что у нас 64-битная платформа. На 32-битной платформе у меня min bound был другой. Ну и, соответственно, с max bound та же самая история. Да. Ну, можно еще посмотреть, например, для типа char. Какая наименьшая граница? Ну, это символ, который в двоичном представлении состоит из одних нулей. Символы у нас юникодные, поэтому max bound довольно большой. Но эта информация, в общем, не особо важна, потому что здесь мы вдаемся уже в некоторые детали кодировки. Конкретной юникодной кодировки, это выходит за рамки нашего курса, хотя в документации вы можете посмотреть всю соответствующую информацию. Единственный тип, который является перечислением, но при этом не является bounded, это, конечно, integer. Если я спрошу про наибольшее значение в типе integer, то я получу сообщение об ошибке, что такого представителя нет, и это понятно. Причин такого поведения. Тип integer у нас трактуется как бесконечный, поэтому верхняя граница у него отсутствует.